Московские чиновники обрекли на снос 100 зданий. Операция по очистке центральных районов города от старинных построек проводится в кратчайшие сроки и в обстановке секретности. Копия официального документа, тем не менее, оказалась в руках активистов движения «Архнадзор». Наш корреспондент Аркадий Цирульников прошел по адресам, где пока еще можно изучать историю Москвы. Проблему исторических зданий в мэрии, похоже, готовы решить раз и навсегда путем их полного упразднения. Как стало известно общественному движению «Архнадзор», в середине мая городские чиновники приняли документ, означающий смертный приговор десяткам старинных домов. 932-е распоряжение столичного правительства о сносе отселенных жилых домов и строений на территории города Москвы полусекретное. На официальных сайтах его не найти. Возможно, там оно появится задним числом, 1 июля. Именно к этому сроку планируется завершить необъявленную молниеносную войну с исторической застройкой. Документ стыдливо скрыт от общественности. Он упоминается лишь на сайте Москомнаследия. Но последствия его применения, что называется, налицо. Основательно проредили улицу Гилеровского, там теперь пустыри и руины. Этот якобы аварийный особняк не хочет сдаваться тяжелой строительной технике без боя. 3 дня назад на этом месте стоял достаточно оригинальный двухэтажный дом, судя по постройке начала 20 века, с таким декором в псевдоготическом стиле и в стиле романтического модерна начала 20-го столетия, который, безусловно, был украшением этой улицы, одним из немногих ее старинных украшений. Строение середины 19 века в постклассическом стиле на Краснопролетарской вряд ли подходило под определение «отселенное». По крайней мере, до тех пор, пока его на прошлой неделе не покинули последние жильцы. Теперь дом готовится к сносу, имеющему весьма серьезную мотивацию. Оказывается, по мнению городских властей, он представляет собой не более не менее как террористическую угрозу для москвичей, потому что в мотивировочной части распоряжения 932 так и сказано: в целях усиления антитеррористической безопасности жителей города Москвы. Это скорее красиво сформулированный повод, а подлинная причина лежит, как и обычно, в экономической плоскости. Во-первых, снос сотни зданий – прекрасная возможность освоить весьма круглую сумму в 1,5 миллиарда бюджетных рублей. Во-вторых, в результате расчищаются драгоценные городские площади под коммерческую застройку. Вот пример того, как под маркой научной реставрации готовят к сносу старейшие здания в районе Арбата – палаты Зиновьева 17 века в Большом Афанасьевском переулке. На первоначальной схеме инвестпроекта они еще есть, а на окончательной уже нет. Начатые на объекте работы скорее способствовали его разрушению, чем восстановлению. Реставраторы сняли поздний этаж и оставили дом вот в таком виде, поскольку финансирование прекратилось. То есть существуют проекты, существуют приданные инвестору реставраторы, архитекторы, но несколько лет с этим старейшим домом Арбата ничего не происходит. 10 июня городская комиссия по сохранению зданий в исторических районах отклонила предложение о сносе 9 домов из пресловутого списка. Соответствующие префектуры должны решить вопрос об их дальнейшем использовании. Если этого не произойдет, то можно считать, что историческим зданиям просто изменили меру пресечения. С моментальной смерти на долгую мучительную агонию. Аркадий Цирульников, Дмитрий Облеухов, Вести, Москва.